исправить по мере возможности совершенное зло. Тогда верующие почувствуют себя призванными чаще исповедоваться и научатся делать это наилучшим образом, с той деликатностью духа, которая столь необходима также сердцу исповедника. Очень часто, добавил папа экспромтом, путают милосердие со снисходительностью. Ни слишком снисходительный исповедник, ни слишком суровый не являются милосердными. Ни один из двух. Первый, потому что он говорит: «Иди спокойно, это не грех. Бог прощает все. Иди, иди». Другой, потому что он говорит: «Нет, закон гласит». Но ни один из них не воспринимает кающегося как брата, не берет его за руку и не сопровождает его на пути обращения. Вместо этого милосердный исповедник слушает его. Di questa misericordia. It's too late. It's his fourth album, and Drake also posted a short video film on his website, so check out the Drake website for Jungle. That's a new video he's got up. I'm Larry London, VOA1 The Hits, Tove Lo, and Talking Body.